Найшулера отчество Николаевич. Было бы очень смешно, если у Найшулера отчество Николаевич. Надо чекнуть. Я обоссусь прямо сейчас, если это так. Да я не шучу, это произойдет. Викторович все. Фух. Тоже забавно, но это не так смешно, как если бы Найшулеров... И как Найшулеров? Как если бы Найшулер был Илья Николаевич. Прикиньте, на третьем... На третий фильм был бы, знаешь, такой... Авторский проект, короче, с монтажом в стиле науки логики беспредела. Вот все обосрались, блядь. Типа пришли в кинотеатр, блядь. Посмотреть новый фильм от Найшулера. Там, блядь, плавают одновременно на экране, одновременно 8 интервью, блядь. Нахуй. С математиками, блядь, известными режиссерами. С Юрием Гальцевым, блядь. Перемешается колокольным звоном, нахуй, картинами Глазунова. Я что-то сейчас начал представлять, как выглядел бы хардкор от Ильи Николаевича Храброва, блядь. Я имею в виду фильм «Хардкор», да, Найшулера, но в версии Ильи Николаевича Храброва. А не просто «Хардкор от Храброва». «Хардкор от Храброва» мы видели неоднократно. Чем шутка про Николаевича? Это шутка про Храброва, чувак, с подключением. Ну что ж... Так, ребята, короче, те, кто не знает, кто такой Храбров, приобщайтесь. Удачи. Грядет оно с Богом, спасение русское слово. Грядет, зажигая в славянах все струны души. Такое живое, родное, священное, вечное слово. Великий набат среди мертвых холодной тиши. Грядет оно мерно, ликуя за Русь, дает веру во славную долю народов воскресной земли. Кропя пепел кровью трех христианских империй, оно возопило восстав, как гора исполин. Понимаете, что это отзеркаленная картинка? Это кек. На всякий случай, если вы не понимаете, вот во всех сценах, где здесь есть, так сказать, массовка,
Здесь каждый кадр можно читать просто, блядь, часами. Разбираться вот... Винрар, блядь, ВКонтакте. Таблица Менделеева. Russia Today. Чуть-чуть дальше перемещаемся. Чего тут нахуй только нет. Я половину всего этого вообще особо не узнаю толком. Там, блядь, олимпийский мишка летит, родина мать. Мы приближаемся, богатыри, нахуй. Чуваки, реструкт, блядь, Славянский Союз. Евразийское движение. Так. Это просто, это реально гениально. То есть тут Маугли с Акелой, за ним, блядь, дядька Черномор, 40 богатырей, Умка с Медведицей, Незнайка, блядь, Чебурашка, Крокодил Гена, Попугай Кеша, Ёжик в тумане, Кот Матроскин, Буратино, Хрюша, Степашка, Филя, блядь, Каркуша. А, вон там вдалеке Пятачок, по-моему. А, ну, мы приблизились. Винни-Пух, Пятачок, блядь, Пёс, Волк. Типа, сейчас спою. Щелкунчик, Мамонтёнок, Кот Леопольд, блядь. Это не все нихуя, оно продолжается. Так, детишки. Так, значит... Всякое такое. Да, балет. Вот. Начинается, короче, глазуновщина, ребята. Короче, здесь каждое лицо вставлено не просто так. Во, мы приблизились. Обращаю ваше самое пристальное внимание. Патриарх Кирилл, Вассерман, Александр Невский, блядь. Емельяненко, Перельман, Гузеева, Лукашенко, Сталин, Шостакович. Я просто мышкой вожу, как бы. Мэдисон. Рядом с Мэдисоном Тальков. Тарковский, блядь. А вот Зыкину вижу, рядом Хворостовский. Это, я говорю, это гениально. Вот кто по-настоящему понял диалектику. Вот действительно. Реально без пизды. Кургиняна, вижу. Кипелов, кстати. Вот. Кобзон, Цой. А рядом Солженицын, Проханов, Дугин. Блять, тут пикселяция такая, что пиздец. Это Высоцкий или Невзоров, блядь. Я понять не могу отсюда. Не узнаю в гриме. Но от круга узнаю Янукович, Жуков, Путин, Кураев, блядь, Цискоридзе, Миронов, Никулин, Михалков, Кличко, блядь, Хирург. Справа Демушкин. Где Демушкин, блядь? Блять, это Демушкин, это может быть Демушкин вполне, да. То есть кого тут только нахуй нет, серьезно. Охуенно. Где Рыбник? Рыбникова тогда еще не зафорсили. Переместились дальше. Вот, по-моему, буквально картина Глазунова сейчас была. Так, я не помню, будет ли там что-то подобное дальше еще. Ну, тут как бы, да, и избранные иконы, тут Храброва виднее, действительно.
что вставлять. Вот, короче, гениально. Это видео Илья Николаевич делал 4 года. То есть ему Народный собор, это такая организация православная, поручили сделать клип для гимна. И он делал его 4 года, и в итоге сделал вот это вот. По-моему, это очень круто. По-моему, это просто охуительно. При этом он доделал его, если я не ошибаюсь, это вот в период именно, период монтажа этого клипа, у него пошел пиздой комп старый. И он доделывал этот клип на сломанном конфе Артификса. Ему Артификс отдал свой старый системник. И как бы Храбров на нем доделал. У нас поэтому был мем про то, что Артификс обменял компьютер на бутылку пива. Потому что там история такая была, что у Артификса пошел пиздой комп, и у Храброва пошел пиздой комп. Но просто у разных людей разные критерии, что значит комп пошел пиздой. Потому что у Храброва комп старый буквально сгорел нахуй. А у Артификса, ну типа, плохо работал. Ну, как бы Артификс сказал типа Храброву, давай я тебе отдам свой комп, мне он нахуй не нужен теперь. Храбров заехал за компом, принес бутылку пива, забрал комп в охапку и пешком ушел. Вот из Москвы в Истру. Вот такая хуйня. Вряд ли он всю дорогу пиздошил пешком. Наверное, он на этой... На блудовозке... На блудовозке доехал все-таки обратно. Хотя не, а была ли у него тогда машина еще? Блять, я уже не помню, уже забываю лор конфы постепенно, блять. Вот у нас были люди в конфе, которые помнили дословно вот любую хуйню. Например, Филипп, который мне нарисовал логотип канала давным-давно. Ну, его, собственно, давным-давно, в общем-то, и нету в конфе уже. То есть там чувак просто буквально помнил все, что происходит, вот как Жмиль. Но Жмиль поздно появился, то есть это все Жмиль помнить не может, его там не было просто. Блять, я не помню уже, когда именно Храбров закончил монтировать этот клип и когда у него машина появилась. Хотя это такой лор, это, в принципе, блять, интересное сравнение, если честно. Ну и после вот этого вышел монументальный труд, который идет больше часа, «Наука логики беспредела». Если вам когда-нибудь друзья поручат раздобыть какой-нибудь интеллектуальный фильм для совместного просмотра, я очень рекомендую как бы заставить их всех посмотреть вот это. На защиту православия. Но наука – это сомнение. Так чего тебе надо, жидовская морда? И прежде всего, и это главный и основной инструмент науки. Всем доброго времени суток. Сегодня я хочу сделать ролик. Меня зовут Алексей Редозубов. Так, вопрос на статью. Я занимаюсь искусственным интеллектом. Александра Георгиевича Невзорова, сроки годности русской литературы. Алексей Семихатов, физик, доктор физических молодежных наук. Давайте взглянем спокойно, как за последний год изменился уровень сумасшествия в улице. Чтобы вы лучше понимали, эволюционный процесс бессовестный. Что такое беспредел? Он аморален по сути. Это вот как превышение полномочий.
Первый кавалер. Роман «Сказкажет» из оперы «Сатан». Эту шашку дарили моему покойному отцу Николаю Ивановичу Храброву. Исследование мозга самого сложного объекта, известного нам во Вселенной. Наблюдения показали присутствие черной дыры в 4 миллиона раз тяжелее нашего Солнца, которое расположено в самом центре нашей галактики. Поэтому если есть черная дыра в космосе, то точно так же в квантовой гравитации будут черные дыры. Сегодня у нас в гостях Павел Николаевич Пахлов, специалист в области физики элементарных частиц. Оказывается, завихрения, возникающие в плазме, в точности повторяют строение нашей галактики. Ох, антивещество есть то активное экзистирующее нечто. Документальный фильм «Наука вводите без предела», который был Мартин Хайдинг, развивает философию природы Георга Гегеля. Так, друзья, у нас Александр Глебович. В гостях Андрей Ростовцев, профессор, доктор физико-математических наук. Мы отлично знаем, как развивалась Вселенная, начиная примерно с секунды после Большого Взрыва. Я поверю все ваши астрологи. Слава Украине! Слава России! И выпады относительно великих классиков русской всемирной литературы. Гегель. Слуйка. Беспредел. Ленин. Партия. Макинтош. Вот такое первое действие, ребята. Там еще остается больше часа контента. Так-то. Оно накал не сбавляет, если что. Оно все смонтировано ровно так же. Так что да. А вот Храбров заочно участвует в рэп-баттле. Здравствуйте, мои маленькие и взрослые любители постмодернизма. Я приветствую вас в своей деревне, куда я приехал для того, чтобы... Я решил одеть китель своего деда Александра Дмитриевича. Тут сержантские лычки, китель Красной Армии, в которой он служил и дошел до Вены. Свой репчик я записываю в качестве видеоответа Константину Дрейку, который батл. Костя Дрейк, ты на... Ты сказал выражение, несмотря на свой юный возраст, но при этом проглумился над моей мамой. Как говорится, реп не штампуется, это искусство. Костя, не обижайся. Ты сказал моей маме мерзости. И разбить лицо за такие дерзости не могу через скайп, падла. Получай тогда скайп батл. Костя Дрейк, ты наглый фейк великой классики. Лучше глуши пивасик, а не пиши треки для коварной Бетти. Ванильный глиномес. В тебя вселился бес, ты с ним не играйся, причастись и покайся. Ты не мент и не кент, не доинтеллигент, не добыватель. Родины предатель, жертва оккупации, душ беспризорных, быдло позорное, выродок и дно. Скажу тебе одно, ты не мозг нации, а ее говно. Отвечать на твой высер, метать перед свиньей бить, жемчуг татуешь грязь, мазафакерская мразь. Болтаешь на интернетной море, на два чебурковской основе, ботаешь по интеллигентской фене, фонтом ты изысканный гений. Ты хрюкаешь рифмами, пукаешь ритмами, блюешь с мыслями, блюешь с мыслями. Твои строки фарш пустоты пропускаешь сквозь фальш суеты. Твои образы темны, как ночь Мордора, а метафоры скучны, как аристократов сны в лучших домах Лондона. Для полного счастья не хватает кольца всевласти, чтобы жизнь не была убогой. Даже если и реп твой не так уж и плох, у тебя комплекс Господа Бога. Но ты пойми, ты не бог, а лох. Пока ты нюхал кокс и колол герыч, я учился красоте у Александра Сергеевича. Твоя душа черна, как квадрат Малевича. Не квадратно, чернота гадкая. Подлинная поэзия.
тебе за верх. Ну теперь что? Давай, верх. Твой реп, как и весь ты, прекрасный ужас оксимирона. Ты бледный отблеск оксимирона, а он личинка Жака Дериды. Твою душу сделал гламурной похоть, твои чувства крови по локоть. Какую бы дурь ты не курил, ты не будешь велик, как Меркьюри. Объясняю на пальцах, зачем павлинские яйца прибил к Красной площади, но фалос свой пощадил. В оргазме провокации застыл злый мазохист. Прекрасно мгновение фалос, так восторгу попарался, наигранно улыбнуть устань, пытался нежный садист. И также твой рэп устал мечтать о бурных овациях. Творческой полости, где Виктор Пелевин, твой новый Ленин. Меж красотой и пошлостью мешаешь длинной новости. Красота — это выход из матрицы, фундаментальных иллюзий. Радость и печаль иллюзий вдохновляет Богоматери сына. Я слышу голос прекрасно далек, и логос в утренней серебряной осе указывает спасению дорогу. Дух святый, мироздание карусель. Твоей судьбе вращает к Богу. И только ты в свободе си, не будь прекрасным и жестоким. Ну для чего... Так, послушали рэпчик, дамы и господа. В общем, у меня сейчас звонок будет важный. Поэтому... Деньги мне плати. Деньги мне плати. Деньги мне плати. Мне деньги. Деньги мне плати. Деньги мне плати. Деньги мне плати, мне деньги. А сейчас танцуем, а сейчас танцуем. А сейчас мне плати, мне плати, мне деньги.